15 февраля в кинотеатре «Русь» состоится кинолекторий для пенсионеров города. На встрече планируется обсудить предстоящие выборы президента с представителем Соликамской территориальной избирательной комиссии. А после небольшого доклада всем присутствующим покажут один из фильмов, который сейчас идет в кинотеатре. Отметим, о решении посетить кинолекторий нужно будет сообщить заранее по телефону 5 52 47.